Город Караганда, перекресток улиц Жамбыла, вот 33, и Театральная 42, вот тут написано. И я пойду дальше по улице Жамбыла. Да, вон театр Сариславского видно. Весна на улице Жамбыла. Пятый дом там. Это старый город, тут условно. Потому что раньше улица Ленина делила старый город с новым городом. И здесь вот дома они такие. Еще после войны. Дом вот такого стиля, что, возможно, его даже эти строили. Японцы пленные. Ну, вот этот участок я точно не снимал 4 года назад. Я сюда просто не дошел. Вернее, я шел в ту сторону, в обратную. И, естественно, я сюда потом не вернулся. Поэтому на моем канале этого фрагмента улицы Жамбыла нет. Ну, теперь он будет. Потому что я данным видеороликом восполняю этот пробел. Тихо, да? Но все равно, когда машина появилась. Ресторан Бахус Елены. Елена сама может сказать. Жамбыла 43 с этой стороны. Вот это Морошев сейчас. Морошев написано. По-моему, он и был Бахус. Ну, Елена точно знает, потому что была хозяйка. Перекресток с улицы Жангозина. А, Жангозина — это бывшая китайская улица. В советское время она была китайская. Ну вот, на этом я этот видеоролик завершаю.